Так, 9 сентября 2029 год, Харьков, 9.09, 19.17 по Киеву, в Харькове. Наконец-то распогодилось у нас и есть на что посмотреть. Молодая луна, будьте любезны. Правда убегает. Сейчас вот так сделаем. Так, еще у нас есть Венера, еще у нас есть Юпитер. Вот Сатурна что-то пока не вижу. Время еще фактически дневное. Солнце село, но еще довольно светло. Какое-то прямо розовое небо. Не серое, а серовато-розовое. Опс. Ох, я что-то на мягкий грунт поставил. Штатив. Давай тогда. На линию терминатора посмотрим. Это же у нас утренний терминатор. Если 125, на улице даже светлее, чем в кадре сейчас. Наверное, сейчас чуть-чуть смещу. Я одну ножку штатива поставил на кротовью нору. Удачный ход. Так, но у нас же еще есть рядом в 8 угловых градусах от молодой луны Венера. Но видно, я не знаю. В левом нижнем углу я в окуляр вижу. Ну ладно. От правого края касается Луна, а в левом уголочке Венера. До Луны 368 тысяч километров. А вот до вот этой красавицы 156 миллионов. Аккурат как до Солнца. 150 до Солнца. Ну что ж такое. Хоть оставляй дожди, пока сама вползет в кадр. Сейчас поможем. О! Я все еще приноравливаюсь, а вот это уже все, ничего не трогаю. Ну, по-моему, видно фазу, это ветер шатает, это не я, фазу Венеры, то есть справа она освещена солнцем, которое уже за горизонтом, а левая сторона у нее такая темненькая. Туда, ну, это как бы наша половинка. Вот так вот это. Ну, меньше я выдержку уже сделать не могу. Один. А, подожди, как не могу? Как раз могу. Уменьшая выдержку, будет темнее. И может. Ну, сейчас вообще видно, половинка плывет, да?
такая долька. Леденец апельсиновый, апельсиновая долька. Ну ладно, Венера приближается, дальше будет только лучше, будут еще съемки. Пошли пока посмотрим на Юпитер. Ой, слушай, в кадре вообще так темно. Нет, сейчас не так темно, сейчас я, наверное, ISO 800 поставлю, чтобы... объективно отображалось, насколько светло на улице. До Юпитера 609 миллионов километров. Сейчас у него два спутника только видны, как ни странно. Редко такое бывает. А два спутника за. Наверное, с такой светочувствительностью мы ни одного не увидим. Но чуть попозже Юпитер будет чуть повыше над над горизонтом. Через менее плотный слой атмосферы будем на него смотреть. Да, но в окуляр я вижу и два спутника, и полосы, но вам точно это не будет видно. Ну, чуть выше заберется, там небо чистое. Увидим. Это только первый дубль. Так, вот, вот наш красавец сам забирается. Слушай, у меня ощущение, что по мере того, как он поднимается над горизонтом, а это именно движение по кадру, его подъем над горизонтом, Земля вращается. Все четче видно, и полосы, и два спутничка. Так, Сатурна я не вижу пока. Слишком еще светло. Ну хорошо, пошли на Луну. Звучит странно. Полетели на Луну. Ага, все, я уже вижу Сатурн. Вон он попался. Сейчас. Теперь бы еще в него прицелиться. В таком темном кадре. Ну вот это он. Ну у нас комплект. Не знаю, поместится ли это в один дубль. То в принципе настройки ISO низкие. Информации много. Я не понимаю совсем, не резко, что ж такое.